Панорама открывается с крыши дома на Милан. Тут именно из-за одного дома можно было лететь в Милан, больше ничего не смотреть. Хотя здесь много чего смотреть. Очень прикольный у них даунтаун такой с небоскребами. Даже есть вон здание, похоже немножко на Бурдж-Халифу. Мы были с Дашей вон там, вот в центре вакцинации. Вот там такое есть. Три здания таких огромных, в принципе, не так далеко. Так, это не Нью-Йорк, нет, несмотря на вот эти вот три небоскреба. Это окраины Милана. Нас занесло. Такой Таировский район. Ну, симпатично. Но башни, конечно, Генерали. Вот такой вот Милан на окраинах. Но много зелени и довольно-таки симпатичные высотки. Вон, смотри, вот это, по-моему, этот вот собор, видишь, красный. Забыл, как он называется. Туда тоже пойдем. Да, рестораны вот здесь, вот прямо на крышах. Пришли здесь попить пиво возле дома. Я такого красивого магазина с таким количеством вина. Это я пытаюсь в туалет зайти. Просто не видел. Это что-то, боже, это что-то нереальное. Какая прикольная тема. Обалдеть, как тут круто. И вот люди себе вот так вот лежат на крыше дома, загорают. Сегодня день вообще шикарный. Но основная башня, конечно, вообще обалденная.